Невозможно молчать. Предел, за которым нас ждет абсолютный хаос и потеря нравственных ориентиров. Конечно же, я говорю о девушках и женщинах. Они разучились нас добиваться и ухаживать за мужчиной, утонченным хрупким созданием, напоминающим летнюю розу, покрытую девственной росой. Как говорил Владимир Высоцкий, даже если ты 1000 раз права, какой в этом толк, если твой мужчина плачет? Спрос рождает предложение. Даже если взять элементарную статистику, половина всех мужчин на просторах бывшего СССР не доживают до 65 лет. Среди женщин этот показатель 10%. Умея считать даже на пальцах, можно понять, что мужчин значительно меньше, чем женщин. Наша еда переполнена соей. Мужчины любят покурить травку, а про пиво и говорить не стоит. Все это содержит фитоэстрогены. Растительный аналог сексуальных женских гормонов, которым мужчина наполняет свой организм, делая себя более женственным. Современный мужчина растет без отца. Взрослея, он знает лишь преданную безотказную материнскую любовь. Мы вырастаем, не имея архетипа сильного мужественного отца. Гендерные роли в обществе меняются, и теперь вам, дорогие девочки и женщины, придется добиваться и научиться ухаживать за нами, за мужчинами. Я прогнозирую, что совсем скоро появятся особи мужского пола, которые будут полностью копировать женское поведение, яркость и более пассивную роль в обществе, при этом продолжая нести свою первичную половую функцию. То есть мы получим новую субкультуру – гей-натуралы. Поведение гея – секс только с девушкой. Какая охуенная, посмотрите на нее, парни. И сисечки, и попочка, все, боже мой, я смотрю на нее, у меня там все встает, парни. По-моему, я нашел себе жену. Чего, блядь? Мужчин мало, успешных еще меньше. Успешных и привлекательных меньше в разы. И на таких спрос очень высок. Однажды я был в мега-квази-элитном дорогом спортклубе. Сидя на диване в лобби, я заметил недалеко от себя стоящего мужчину лет 40-45. Он был очень ухоженным, золотая гладкая загорелая кожа, отличная спортивная форма и дорогой приталенный костюм. Он говорил по телефону, свысока смотря на окружающий мир. Мимо него проходили привлекательные молодые и не очень молодые девушки и женщины. Они делали все, чтобы статусный ухоженный мужчина обратил на них внимание. Кто-то заденет аккуратно плечиком, кто-то остановится в паре метров и начнет резко копаться в сумочке. А что-то искать, кто-то спросит, который час. За время его разговора по телефону таких было человек 5 или 6. Повелись все. И девушки, приехавшие на папином Мерседесе, и девчонки с ресепшена. Меня в происходящем шокировало одно. То высокомерие и холод, с которым он смотрел на всех девушек и женщин. Это было невероятно. Знаете, как у телок в Инстаграме. Мега красивая. Но взгляд такой злой, холодный и высокомерный, не реагирующий ни на что, на стадо мужиков, которые безутешно шлют ей фото членов в директ, комментируют и лайкают ее посты. Вот точно такой же взгляд, только впервые я его видел по отношению к женщинам, к девушкам. Таких мужчин становится все больше. Я часто наблюдаю, посещая самые, скажем так, престижные и очень дорогие заведения, как группа девушек и женщин меняется, когда заходит очередной заносчивый себелюбивый самец с тугой барсеткой и ключами от новенького BMW. Его лицо налито высокомерием, самодовольством и пренебрежением, потому что он знает, все курочки на него смотрят. Видя его абсолютный агрессивный нарциссизм и уверенность в завтрашнем дне, они текут. Эмоционально такой мужчина подобен красивой женщине, на которую огромный спрос. Его надо добиваться, и суть вовсе не в тугой барсетке и ключах от новенького BMW. Я видел подобное высокомерие и себялюбие во многих мужчинах, даже тех, кто из себя совсем ничего не представляет. Так происходит не потому, что вы, девушки, не нравитесь мужчинам, а потому что тела мужчин полны эстрогена, воспитывают нас только женщины, и как следствие из-за этого гендерные роли меняются с невероятной скоростью. Итак, первое. Как добиться современного мужчину? Ты должна быть идеальна. Накачанная жопа, ходишь в зал, ничего не просишь,
делаешь в постели все, что мы захотим. Работай, чтобы мы на тебя не сильно тратились. А еще траться на нас. А лучше содержи. А мы просто будем быть. Мы ранимы. Нас не поняли. Мы сплошь и рядом нереализованные гении, футболисты, политики, полководцы. Нас недолюбили. Папа бросил. Вокруг все альфа, а я не альфа. Она на Мерседесе насосала, а я в троллейбусе, и мне никто даже насосать не предложил. Второе. Как ухаживать за современным мужчиной? Постоянное восхищение и жалость. Запомните, первое и второе должно быть необоснованным. Хвалите там, где абсолютная пустота и голая жопа. Жалейте там, где жалость совсем не нужна. Хольте его слабохарактерное эго. Эго – самая чувствительная эрогенная зона современного мужчины. Ему так хочется побыть хрупкой принцессой, даже если он Виталик. Хочет, чтобы о нем заботились, его добились, его пожалели и чисто из жалости что-то дали. Уважаемые девушки и женщины, среди нас мужчин не все кретины и нарциссы. Многие из нас решительно берут ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кого мы любим. Но даже самые сильные и лучшие из нас порой нуждаются в поддержке, которая в том числе выражается и в восхищении, и в понимании проблем, с которыми мы сталкиваемся. Разница между мужчиной и не мужчиной в том, что настоящий мужчина никогда не просит ни первого, ни второго. И очень ценит, когда женщина его поддерживает. Продолжая делать все возможное, чтобы быть опорой, а не чтобы кто-то был опорой ему. Запомните, чем более вы женственны, тем более мы мужественны и наоборот. Назовем это законом социальной суперсимметрии. Настоящих мужчин осталось очень мало, но ровно столько же осталось и настоящих женщин, тоже очень мало. Алло. Я не беру трубку, потому что я на тебя обиделся. Я целый час провел с парнями в барбершопе, а ты даже не заметила моей новой прически. Айфон купила? Какой? XS Max? Ну, конечно, я жду тебя, моя девочка. Сладкий язычок уже ко всему готов. Давай. Не осуждайте меня. Нам, мужчинам, тоже нужен айфон.